С вами маг и чародей Антон Чалей. Можно ли вообще доверять людям в современном обществе, когда большинство носят маски и притворяются, чтобы воплотить в реальность свои эгоистичные интересы? Или когда тебе в лицо говорят, какой ты хороший и очешуенный, а за спиной направо и налево раскидывают сплетни? И напрямую всем говорят, что ты говно. И тут назревает один очень логичный вопрос. Как же разобраться во всей этой каше скандал, интриг и расследований? Например, у меня в руках две монеты. Медный пенни и американских полдоллара. Они полностью разные, как добрый и злой человек. Но при особенном условии вы можете увидеть настоящие качества любых людей, которые они так тщательно скрывают, притворяясь совершенно другими личностями. Что за особые условия, спросите вы? Это ваша жизненная ситуация, когда вам срочно требуется помощь. И вы сразу поймете, кто есть кто. Как говорится, друг познается в беде. А вам желаю как можно меньше двуличных людей, которые встречаются вам на пути, а как можно больше добрых, светлых друзей. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все видео подряд. Сверху это геймблог, снизу это мэджиклог, это фокусы, геймблог это игры. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось видео, вы можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!